Гуннар Кусинч, руководитель юридического бюро Сейма, выдвинут на пост судьи Конституционного суда. Об этом договорились представители еще формирующейся правящей коалиции. Заявление подписали представители всех фракций, кроме Центра Согласия. Депутаты выдвигают кандидатуру. Они между собой уже консультировались по поводу возможных кандидатур. Что это будет за кандидатура, мы узнаем завтра, когда кончится срок подачи заявок в президиум Сейма. Однако до завтра ждать не пришлось, и заявку о выдвижении Кусинча депутаты подписали уже сегодня. Ранее неофициально сообщалось, Кусинч готов был претендовать на должность судьи Конституционного суда, но только при одном условии. Если получит гарантию, что не станет жертвой политических интриг, его кандидатуру не отклонят на общем голосовании.